Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Вот первый месяц лета прошел. Пролетел так быстро и незаметно, что я даже не успела оглянуться. Но так как один месяц лета прошел, я зашла, чтобы подвести промежуточные итоги. Что же из томатов, какие сорта порадовали нас и поспели в первую очередь? Сейчас расскажу, и вот на основании этой видеопрезентации вы сможете себе пометить, поставить галочку, какие сорта нужно вам посеять на будущий год, чтобы получить ранний урожай. Сейчас Пантелеймон нам все покажет. Да, Пантик? Вот смотрите, самое первое поспела, конечно, Настенька. Это... Несмотря на то, что детерминантный, не пацинкующийся сорт, это очень крупноплодный. Вы видите, вот я держу томат, вот первая кисть крупная, прям полностью в ладонь. Я потом завешаю, когда я буду их снимать, сейчас она еще зреет. У меня спрашивают, почему я не срываю помидоры, потому что эти помидоры у меня пойдут на семена. А я уже говорила, что семена получаются только из самых зрелых, из самых крупных. Получаются очень хорошие и качественные семена. Вы потом увидите, какие толстые. Когда получите семена, увидите, какие они толстые, лохматые. Они очень отличаются от магазинных семян. Именно добиваюсь я это тем, что я их в естественных условиях выращиваю до самого конца. Не снимаю вот так вот в полузеленом виде, а потом на окне. Она у меня... до самой биологической зрелости находится на материнском кусте. Да, из-за этого, конечно, затормаживается развитие следующих вот этих кистей, но я никуда не тороплюсь. Для еды у нас есть там другие, я срываю там более мелкие, бурые, а вот самые первые вот эти кисти, я потом покажу, как я из них семена добываю, они все пойдут на семена. Это именно для улучшения потомства. Если будем вот с такой мелочи собирать семена, они будут некачественные. Но я отвлеклась, пойдем дальше. Вот Настенька, которая была выращена, ну как посеяна специально для получения раннего урожая, она поспела в первую очередь. И поспела, кстати, массово, не один куст. Сейчас дальше пройдем, я вам покажу. Следующий поспел Демидов. Сейчас на ту сторону я перейду, покажу. Второй был лидер. И третьим поспел Алтайский сюрприз. Вот эта группа, она вся, как, это один тип. Вот они, видите, вот Алтайский сюрприз тоже поспел. Это они одинаковые, низкорослые, невысокие, детерминантные. И можно их не пасынковать, они не израстают пасынками. Вот три группы, сейчас до Демидова дойдем. Поэтому вывод напрашивается сам собой. Если вы хотите получать ранний урожай, уже в июне радовать себя вкусными салатами или баловать своих ребятишек помидоркой, просто вкусной спелой помидоркой, то нужно высаживать в теплицу не только высокорослые, но и вот такие сорта. Демидов вон там, я туда не пойду далеко. Вот видите, хоть он прячет свои плоды, но все равно у него тоже много спелых томатиков, хотя у него они как-то укрыты листьями. Вот Демидов и Настенька, это рекордсмены. Они поспели у нас в первую очередь, потом Алтайский сюрприз поспел, и на удивление мне поспели Русские колокола, хотя они больше относятся как к засолочным сортам. Но они тоже низкорослые, всего метр высотой. Поэтому они идут в первую очередь, спеют. Естественно, вот эти высокорослые гиганты, индетерминантные, о них даже и мечтать еще не стоит. У них наливаются плоды, они наращивают свои огромные кусты. Пока они полностью не вырастут, они не будут спеть. Но Настя в этом году меня порадовала. Есть плоды. Вообще очень очаровательные, огромные. Вы даже видите по моей руке, что полностью, ну, хороший вес. Вот это все семенные у меня будут. Сюда даже не полезу, боюсь оторвать. Очень красивый
томат такого красно-розового, такого алого цвета. Он и красивый, и вкусный. Ну, как спрашивают люди, а сладкие ли они, этот сорт? Еще раз говорю, это зависит не столько от сорта, сколько от солнца. Везде, в любой научной литературе, почитайте не в интернете, а именно научные литературы, которые пишут доктора наук по растениеводству, все те, которые занимаются растениями, они пишут, что количество сахара в плодах томатов зависит напрямую от количества солнца, полученного этими томатами в течение всего сезона. Если лето солнечное, будет вам сладкий плод. Если лето холодное, дождливое, пасмурное, сорт будет не очень сладкий и водянистый. Так что сладкая ли Настенька зависит только от лета. У нас нынче лето жаркое, солнечное, значит, Настенька будет сладкая, вкусная. Все. Вот томатную теплицу, видеообзор я вам сделала. В первую очередь, сейчас уже в июне, первый месяц прошел, и мы можем кушать три сорта. Настенька, Демидов, Алтайский сюрприз. Все, кто хочет рано употреблять томаты уже в июне, значит, нужно сеять и выращивать низкорослые сорта, раннеспелые. Это будет самый первый урожай на вашем столе. До свидания. Заходите ко мне на Одноклассники, на мою страницу. Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Как я выращивала этот ранний урожай, все, каждый шаг мой снят и описан. С самого января-февраля и рассада, и семена, все-все-все. Кто хочет получать такие же ранние, вкусные, красивые урожаи, могут в этом году заказать у меня семена. Как заказать семена, есть статья у меня на странице в статусе. Прочитайте внимательно, и осенью сможете выписать эти семена. Качество гарантирую. До свидания.